Ну, недавно мы с вами испытывали лак, то, что он не горит. Теперь давайте посмотрим, типа, камешки. Ребята решили провести краш-тест. Говорит, да. Насколько пережигается лак. Да, слушай, ну я вот такой не пробовал ерунду, у меня мозгов бы не хватило. Ну-ка ближе подскажи. Не, ну надо же его конкретно спалить, попробуй. Можно попробовать. Короче, результат только лучше получился. На самом деле, вы видели, у нас уже дым пошел. Давайте не будем. Само это не побелело и нету голограмм. Это вот лак 40-10-40-20. Давайте 2200 сделаем, да? 2200 оборотов. Все, не все. Короче, мы его не убили, нахуй. Нет. Мы ему только лучше сделали. Так там у него прямо... Короче, полировать надо вот так. Как видно, это не фотошоп. Удары очень сильные, но лак не растрескался. Обратите внимание, насколько он эластичный. Деталь покрашена, отполирована уже. То есть это не какой-то там фейк. Лак 40-20 от ОНБ. То есть выдерживает даже такие вот нагрузки. Вот, обрати внимание. То есть если посмотришь, то есть он не откололся. Он растянулся вместе с металлом. То есть нету такого, чтобы он это... А, еще один. Что, видите, из-за травмата? Я так понимаю. А что там у тебя калибр-то тут нормальный? Во сколько? Так, ну и вот недавно тоже вот бампер мы красили лачком ОНБ. А где ты ударял его? То есть вот есть? Здесь вот вмятина есть, но, как видите, трещин нету. Удар был довольно-таки серьезный. Сейчас, если найдем фотку, то закрепим, покажем. И это именно тот лак, который мы когда-то оставили в банке 2 литра. И он даже не закипел и не потерял прозрачность. Все вы видели это видео на Инстаграме. Так вот, ребята, хочу вас порадовать. С 15 числа, с 15 сентября этого года и до конца сентября, целых 2 недели, будет спеццена на лак. И если раньше он стоил 3199 рублей, сейчас цена будет 2499, а при покупке от 3 штук цена будет и того меньше, она будет оптовая и будет составлять 2199 рублей. Так что не теряйте момента, предложение ограничено, действует либо до конца сентября, либо до того, как продастся этот завод. Следующий завод
пока неизвестно, когда будет, потому что с Германией сейчас логистика, сами понимаете, через три жопы едет, блин. Да, вы сейчас скажете, да я вот крашу там, неважно каким лаком, и он меня устраивает. Ребята, помните, вы мне все время надоедали, терроризировали, когда я был в малом гараже на Мичигане, вы все время говорили, дядя Олежа, а что вы не развиваетесь, вас это устраивает, вы построите себе сервис когда-нибудь? Я говорил, нет. И меня на тот момент все устраивало. Но потом меня затыркали, и я все-таки решил развиваться, как-то пробовать новое и новое. И вот сегодня у меня свои материалы, у меня своя школа, да, да много чего у меня сейчас. Машину поменяли, да. И это все из-за того, что я недовольствовался тем, что имел, то есть то, что меня устраивало на тот момент. Я шел вперед, развивался, и это развитие видно. А вас до сих пор устраивает ваш лак? Пробуйте, пробуйте, ребята, развивайтесь, идите вперед, пробуйте качественный материал, сделайте свое время дороже. На сегодня это все, что я хотел сказать. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба. Да.